No way I can climb a ladder while carrying the ark like this. С ковчега мы вниз не слезу. Даже так, да? Поехала, поехала. Ну, полетели. Пиздец, последний человек на земле. Это вообще. Так, ладно, теперь нам еще ниже надо. Еще ниже. И вообще надо бы, я думаю, заканчивать серию. Так. Должен сюда приехать. Вот он, родимый. Так, ладно. Тихо. Чек. Очень плохо все. Даже так, да? Так, ставим ковчег. Мы закрываем. Так, давай. А, нет груза. Так, опции. Прикрепить. Прикрепили. Теперь проводим. Что такое? Ну хорошо, блядь, замечательно просто. Просто замечательно. Можно выровнять давление. Похуй. Похуй. Нормально. Ковчег тут. Ковчег тут. Ковчег полетел. Давай, родненький. Пока себе путь расчищу. Так, ты пиздуешь, давай пиздуй. Что за звуки? Так, тут уже ползти надо. Родной, ты куда? Подожди. Вот въебало. А как не быть? Тихо, уже близко, быстрее. Да?
Хорошо. Как он меня пугает, а, блядь? Как он меня до чертиков пугает? Короче, не знаю, ребят, может быть, я эти серии две, вообще вот этот большой кусок видео разделю на две части, посмотрим вообще по времени, как она получится. Так, сюда, да, как получится, в общем. Да я вообще попал? Где я? Здесь все и пошло на перекос. Да? Альфа. Реально альфа. Что здесь пошло не так? Так, тут тупик, сюда можно пойти. Все пошло наперекосяк, да, говоришь? Станция Альфа. А что здесь пошло не так? Ладно, похуй. Охуй, что-то мне это пиздец как не нравится, пиздец как мне страшно, блядь. Пиздярики, как мне страшно. Левел 2. Хорошо. Чтобы ты остановил Нью. Порабощенный протеин. Saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Ну вот как-то же, да? Что-то мне кажется, это... Вообще, подождите, что-то мне кажется, это какая-то вообще наёбка. То есть... вот этот Рос, он пытается сейчас то ли нас поработить, что ли. Вот, чтобы мы как бы отравили. На самом деле, мы просто станем очередной вот этой вот хуёвиной, которая бродит по всем этим станциям. И вот так вот. Просто он, наверное, может, понял, что мы единственные, наверное, ну, как не человек, ну, робот, в общем говоря, который может пустить вот этот самый ковчег в космос. Вот. И он всеми силами пытается нас не допустить к этому. Не знаю, может быть, моя теория неправильная, но я думаю так. В общем, посмотрим, как она будет. Если у нас будет, конечно, право выбора, я не буду это делать. Я хочу пустить ковчег. Вот. Я хочу пустить ковчег. Вот.
Вот это она и есть, да? Роста. What the hell is that? It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Kill it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Да? А если захочу съебаться? Иди нахуй. Нахуй пошел. Нахуй иди. Пошел нахуй, тебе сказал. Да ладно. Теперь нам надо бежать. Бежим. Бежим. Ой. Что-то, по-моему, очень поплохело этой штуки. Очень поплохело этой штуки. Нам надо бежать. Срочно. Тихо. Давай. Давай, родная. Какая родная? Родной, беги. Просто беги. Просто беги. Просто беги. Блять, это что за хуйня? Нездоровая хуйня. Очень нездоровая хуйня. Как мне дальше быть? Как мне быть дальше? Блять, она справа. Вот она плывет, сука, скотина такая. Бежим. Бежим. Мать его, бежим. Бежим, мать его. Тихо. Блять, нет. Нихуя. Где я оказался? Где я вообще? Ебать-то в рот. Я не могу ничего сделать. Давай. Давай. Просто беги. Просто беги, мне пизда. Она сзади. Она сзади, мне пизда. Нет, она меня не тронула. Да ладно. Просто беги. Просто беги. Давай, Саймон, ты сможешь. Я в тебя верю, родной, роднуля. Давай. Давай. Иди нахуй, сука. Я тебя уже не боюсь, я уже все перестал бояться с этой чертовой игрой, блять. Давай, осталось чуть-чуть, Саймон, поднатопи, давай. Все свои мощи, давай, приложи. Приложи всю свою мощь. Так. Так. Как открыть ее? Тихо, нахуй. Как эту чертову хуйню открыть? Я нашел кнопку. Давай. Давай. Блять. Давай, заходи. Давай. Закрывай. Ой, блять. Пиздец.
Так, тихо, игра. Почему ты лагаешь так? This has to be fine, right? Hope the Ark made it here in one piece. Будем на это надеяться. Так, там закрыто все. Нам сюда, да? Кэтрин? Давно не виделись. Can you hear me? I hear you. This is Vi. What happened to Tab? A lot, actually. But we're back on schedule now. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Vi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Ничего ты могёшь. Так. Хорошо, я почитаю тут пока записульки. Так, хорошо. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Mm-hmm. Так, деятельность. Журнал запуска. Спустя 10 лет безупречной работы космическая пушка Мега прекращает работу. Нашим планам смог помешать только апокалипсис. Ладно. Так, Кэтрин. Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Так, сейчас подожди. Я хочу посмотреть, что тут есть еще. Подожди. Я ничего не понимать. Так, мне походу нужно вниз. Определенно. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. Mm-hmm. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Mm-hmm. Так, ковчег. Так, тут что-то сделать. Мне подхилиться бы, слушай. Эта хуйня меня не съест, если я подхилюсь. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Ты уже Саймон, не тот, кем был раньше. Ты уже не тот. Так, ладно, что? Crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. Все так мрачно стало. Так, ладненько. Куда мы пойдем? Нам нужно сюда. What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. Вот он, родненький.
All right, found the Ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the Ark into a shell. Так. Так. А куда, собственно, ковчег с... А, ну... Сувать, наверное, вот сюда, вот его куда-то. Правильно же? Я же прав. Я прав. Опа-на. Тут человек у нас лежит. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. On it. Послушаем. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something! I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh God. Это Кэтрин. Did you say something? It's you. You had an accident. Ебать. Oh. You mean Catherine? Don't worry, it's better this way. Ебать. Кэтрин лежит. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Да. Так. Вот тебе раз. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Так, мне надо обратно надо переставить эту фигнюшку. Я так думаю, правильно? Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, Sean. Kevin? I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Да нет, Кэтрин. Все не так. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky. We just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Так, это ничем нам не помогло. Нам, походу, нужно наверх. Ну, наверх, наш наверх. В чем проблема? Так, Кэтрин. Кэтрин. Я тебя забрать, наверное, нужно, да?
нет. Что-то я, значит, неправильно делаю. Так или нет? Журнал запуска. Так, тихо, не то. Статус готов к использованию. Я могу что-нибудь сделать? Кэтрин? I need your help. Нужна твоя помощь. Я в душе вообще не ебу, что делать. Ладно, спустимся еще раз вниз. Да, все-таки, ребят, я ее разделю на две серии. Я уже понимаю, что... Не понимаю и чувствую, что финал уже близок, так что не будем прерываться, я просто побелю ее на две части. Так будет лучше. Ах, блядь, вот. Вот она, что надо, блядь, Михалыч.